От режиссера «Призрака» и «Черной молнии». Все, забудь, пожалуйста. Ладно. Подожди. Мамочки! Круто! Карачун режет небо. А ты где это видела? Нигде, я просто фантазирую. Мой брат Карачун похитил ледяной ларец. Если он откроет его, он сможет разрезать небо. Этот мир не стоит того, чтобы его спасать! А ведь все зависело от тебя. Кто победит? Свет или тьма? На 5 континентах десятки тысяч магов работают над тем, чтобы добро не сдавалось. Сегодня ты должен стать одним из них. Я Дед Мороз, и если ты слышишь эти слова, значит, ты нужен мне. Дед Мороз. Битва магов. А вы не настоящий Дед Мороз. А какой? Муниципальный. Письма Деда Мороза читают родители и покупают подарки в магазине. Получается, что настоящие волшебники – это твои родители? Получается так. Не забывай об этом никогда. Кино с 24 декабря.